Ну, к другим сейчас новостям. В распоряжении Лайфа появились эксклюзивные кадры нападения на конвоиров в колонии особого режима номер 25 Братска. Вот они. Заключенный отказывался подчиниться просьбам сотрудников исправительного заведения. Когда его попытались направить в нужную сторону, он стал сопротивляться. Вот это вызывающее поведение зафиксировал видеорегистратор охранника. Но вот выяснилось, что один из осужденных нарушил правила содержания. Он был одет не по форме и переодеться отказывался. Во время разговора второй заключенный набросился сзади на заместителя начальника колонии, схватил его за шею, нанес несколько травм. Эти действия были сразу пресечены. А после инцидента в штрафном изоляторе начался бунт. Вот на этом видео, когда смотришь, хорошо слышно, как в сидящих камерах люди бьют по металлическим дверям. То есть это не какой-то посторонний шум. Ну вот давайте еще раз посмотрим, послушаем даже. Ну вот этот шум, вот этот стук. Однако все это продолжалось недолго. По факту нападения на охрану возбуждено уголовное дело. Так что теперь нападавшему, оно бывает уже второй срок за наркотики, грозит еще до 5 лет дополнительного лишения свободы.